Кто это там такой у нас, потрепанный сидит? Тебя как зовут, детка? Афина. А что ты сделала своим родителям, что они так тебя назвали? Не знаю. Родилась. У тебя есть парень, Афина? Нет. Слава богу, мама мия. Это был Никита Колесников и Бобби. Горите вам на сына. Спасибо. Афина, красиво. Как название какой-нибудь галактики. Я хотела быть Таней. Таня? Нет, это явно не Таня. Что? Ты похожа на... кетчуп. В каком смысле? Не знаю, хотел, чтобы ты меня запомнил. Подумал, если скажу, что у тебя красивые глаза, тебя стошнит. Тебе же все это говорят. Чем занимаешься? Пытаюсь петь. Пытаешься? Как это? Открываешь рот, а звук не идет? Ну нет, в смысле, я работаю на подпевках в нескольких группах. Угу. Ну там еще в рекламе иногда, на радио. Круто. Окей, ты поешь, о чем мечтаешь? Петь. Ты же так поешь. Ну, я пою чужие песни, хочу петь свои. Они есть? Да дофига, девать некуда. Кто-нибудь слышал? Да, шампунь. Шампунь? Ну, я пою пока только в душе. Спасаю мир от лишней информации. Шампунь. Круто. Надо расширять аудиторию. Слушай, давай сменим тему, ладно? Нет, правда, мне кажется, новая Земфира. Какой-то у тебя отчаянный способ съемы. У тебя девушки давно? Да, давно, с утра, но не в этом дело. Я правда так считаю? Я не фанатка быстрого секса. Фух, слава богу. Ой, аж от сердца отлегло. Я тоже вот так не могу сразу в постель. Надо с мамой познакомить там, узнать поближе. Слушай, что ты куришь? Поделись со мной, чтобы я с тобой на одной волне была. А ты еще не на ней? Переезжай ко мне жить. Сегодня. Или у тебя план на вечер? Чего ты такой быстрый? А что такая медленная, как интернет 98-го года? Ну, хочешь, я дам тебе свой номер, куда-нибудь сходим на днях? Нет, так не пойдет. Почему? Так не годится. А в чем проблема? Да в том, что это полная чушь. Почему парни все должны придумывать? Это не только мне надо. Не, я не собираюсь тут сидеть и придумывать всякие уловки, чтобы тебя соблазнить. Все и так понятно, с нас уже час как искры сыпятся. Но нет, я должен тебя водить в кино, я должен тебя водить. Куда вас там еще водят? Выгуливать, короче. Ты что, так, чтобы тебя выгуливать? Не, так не пойдет. Я не собираюсь проводить бессонные ночи в ожидании твоего звонка. Кто-то должен положить всей этой хере конец. Слушай, а давай куда-нибудь завтра сходим? Все, поздно. Чао, Таня. Эй! Эй? Откуда ты знаешь, что я эй? Только мама меня так звала. Это что, типа семейная ссора? Мы вообще-то только познакомились. А мне кажется, я тебя знаю уже 1000 лет. Вынь магнит из трусов. Что? Вынь магнит из трусов, а то это неприлично. Вдруг дети зайдут. Нет у меня никакого магнита в трусах. Смотри, нас притягивает друг к другу. Я ничего не делаю, а меня к тебе тянет. Что ты хочешь? Вот это да. Что ты хочешь? Мой магнит из трусов. Что ты хочешь? Я хочу петь с тобой в душе. Я только что рассталась с парнем. Отлично, значит, тебе не с кем петь в душе. Эй, мне пофиг, что ты там про меня подумал. Но имей в виду, я могу тебя разочаровать. Я не люблю врать и подстраиваться. Отлично, только вынь магнит из трусов, а то я сейчас нахрен разорву это платье на тебе, это будет только начало. Эта великая сила миллионы лет притягивает мужчин и женщин друг к другу. В тот вечер это случилось с нами. Это было невероятно. Но эта история не о том, как мы жили долго и счастливо. Это совсем другая история.